Здравствуйте, я Таня Карацуба Сеид-Бурхан. Расскажу вам о нечто интересном. По эфиру пошли коды. С 91 года этих кодов не было в эфире. И вдруг эфир заново возродился новыми кодами в старых частотах. Quebec, Sierra, Whiskey, Oscar, Romeo. Ну что, други мои, готовьтесь, по эфиру пошли коды, а это значит, что скоро грохнет. Никто не успеет никуда, лучше оставайтесь все на своих местах. Зачем бестолковые движения? Живите, как жили. Не испытывайте страха, ибо страх ничего хорошего не принесет вам в вашей жизни, кроме неприятностей и парализации сознания. Пытайтесь сделать свою жизнь независимой от всех этих страхов и господства олигархической, необразованной голытьбы над собой. Сколько и как проживет каждый из нас, зависит от нас. То, что мир подвинули к Третьей мировой войне, это уже несомненно. Бомбардировки будут подвергаться наиболее населенные центры Земли. Будет все происходить так. Удары пойдут по населенным пунктам, скажем, Японии, но информации почти не будет об этом. Удары пойдут и по России, но информации тоже не будет об этом. Потому спите, граждане, спокойно. Жители Багдада, в Багдаде все спокойно. Помните, как в сказке про Аладдина и волшебную лампу? Спите, жители Багдада, и разгромили Багдад. Живите и радуйтесь тому, что у вас еще в запасе есть какие-то дни жизни. Радуйтесь каждому дню, любите друг друга. Не испытывайте зависти, горечи. Просто любите жизнь, такой, какая она есть сегодня у вас. Каждый день цените каждую минуту. Пытайтесь запомнить этот день в своей памяти. Потому что там, в далеком заоблачном информационном поле Земли, летая от сгустка энергии, к другому вы будете скучать по солнцу, по любви на земле. Помните об этом и берегите себя. Back.